Идея МЭСК возникла в 1996 году. Время было тяжелое. Всего 15 докладов было на этой первой конференции, но доклады все были очень хорошие. Материальная база у нашего же университета, да и у многих других, она очень сильно выросла. Мы сейчас гораздо больше вооружены для того, чтобы выявлять какие-то неполадки в окружающем нас мире. Территорию, которую мы охватываем в своей конференции, вот если на территории России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, полная география вот, экологического состояния всех территорий. Хотел куда-то использовать свои наработки. Я проводил измерение уровня шума от Мичуринского проспекта в Москве. Весь день не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Меня очень беспокоит проблема экологии моей страны, и поэтому я решил, что если я могу внести какой-то вклад в повышение благосостояния жизни в регионе и вообще в мире часто, то почему бы и не заняться этим? Жизнь намного лучше стала за то время, пока наша конференция проводится. И сейчас, например, вы видите, что те же самые ртутные лампы уже не выбрасывают на помойки, а сдают. Мы сейчас видим, что многие отходы собираются и утилизируются там, где надо. И думают даже о том, чтобы ликвидировать те отходы, которые накопились за предыдущие 50-70 лет. Это очень интересно. То есть это вот как раз, когда учебный процесс соприкасается с практическим. Очень доброжелательная, теплая атмосфера. И поэтому люди, которые были у нас один раз, они обычно приезжают еще.